Ну вот и я наконец-то в Якутске, а это значит, пора порадовать себя блюдами высокой кухни в сочетании с местными традициями. Сначала я решила отправиться в ресторан «Река озера лес». Заказала вот такой салат с копченым чиром, очень вкусная рыбка с кусочками запеченного кабачка, вяленой клюквой и кедровым орешком. На второй был бифштекс из мяса оленя с яйцом пашот. Невероятно ароматный и сочный. А из напитков я выбрала вот такой вот прелестный смузи из голубики. Думаю, как вы уже поняли, местная еда мне очень понравилась. Обязательно буду пробовать что-то новое еще.